Всем привет, ребят! Ну что, докачиваем последних героев. Сегодня у нас на обзорчике будет старенький герой. Наверное, один из максимальных дебаферов, которые есть на сегодня. Это у нас дракон. Наносит 330% атаки на десятки. 330% от атаки. Также понижает атаку, скорость атаки, скорость передвижения вражеского юнита, ну, юнита, который впереди, на 90%, 6 секунд кулдаун. То есть герой очень-очень офигенно может замедлить там. В основном его применяют на боссах. Раньше его на архидемоне в качестве замедления я использовал, это было давно, на сегодня герой не актуален, как и многие герои, но, в принципе, для прокачки судьбы, набора очей, в принципе, он нужен. Ну, и даже сейчас его используют некоторые по локациях тоже, в принципе, почему и нет. На многих гоблинах тоже неплохо смотрится. В общем, такой вот герой, что по талантикам, бастион. Можно ставить, в принципе, на атаку, особо собирать его нету смысла. Я решил сделать плюс одну клетку, потом дотестирую, посмотрю, что там по клеткам делается. Возможно, так он хотя бы будет немножко актуален еще. Посмотрим. То есть бастион, каменку ставили раньше, ремку. Сейчас у меня ремка рунами есть, это не проблема на сегодня. Поэтому ну, вот такая у нас прокачка будет сегодня, посмотрим. Чем сможет вообще сделать. Так, ну что, делаем эволюцию сразу же. Можно и картами. На сегодня он очень-очень неплохо падает. Практически со всех донатных акций. Так. Качаем сразу же снарягу. Надеюсь, мне книг хватит, чтобы докачать еще два героя. Так, снаряжение есть готово. Что по чарам? Надо будет посмотреть, сколько клеток. Плюс одну клетку можно поставить. Также можно поставить увеличение атаки, но атака ему особо не нужна. Хранитель, в принципе, будет неплохо. Можно на понижение отхила еще сделать, либо передачу энергии. И с доспехом он тоже будет освеживать намного лучше. Так, давайте сейчас попробуем. Первомах. О, пятый доспех. Так вот, пятый доспех придется опять же искать, кому ставить. Вариантов много. Так, ну я, наверное, скорее всего сюда его поставлю. Плохо пятерки начали падать. Ну, поменяем, это все-таки лучше, чем тамплиер, который будет срабатывать. Там на герои только нападут. Так, ну да. Пять. Ну ладно. Поле пятерка можно ставить. Надо было, наверное, лучше ниндзюку оставить напоследок. Пятый хранитель поставлю уже. Так, ну 4-5 оставлю для ниндзика ради теста. Так, что тут? Ну, тут что хотите, то собираете, в принципе, особо с любым талантом, точнее, с
Вариталантом с любыми созвездиями ничего, по сути, решать не будет. Можно, конечно, ему нарулить там уклонение, он немножко выживет, но это, опять же, будет, думаю, лишним. Если собирать, ну, атаку можно собирать, крис сопротивления, жизнь, то есть что-то такое интересное. Вот смотрите, как он падал. Короче, собираем сборную соленку, как всегда. Так как герой у вас использоваться будет так часто. Но пока вы в судьбе его не прокачаете, можно и вита ему поднасобирать. Не хотят точность, ну, так вот, такая вот у нас сборочка получилась. Поехали, посмотрим, что же он сможет вообще сейчас на первой эволюции. Сейчас его просто тупо стрелок не держится. Фига себе, да, он имба. Так, даже не на ком потестить его так толком. Везде он будет сливаться. Ну вот так вот его скилл действует, как видите. Медленный, маленький, со скиллом таким. Чем раньше было все намного интереснее. Раньше он был когда-то просто мега эпический герой. Шатал всех, все и вся. Так, ладно, не буду я заморачиваться опять же с золотом. Ну, окей, в принципе, все равно вернуть сейчас. Делаем мы сразу вторую эволюцию. Дальше. Сделаем так и так. Ничего себе, у меня даже книг на ниндзика не хватит за этих драконов. Шутка, конечно. Все докупим, возьмем. Вот такая вот сборочка, ребят, поехали тестить по локациям. Не знаю, что у нас сейчас интересного, конечно, с этого получится, но начнем мы, как обычно, с подземочки. Поехали. Ну, урон, как видите, крит проходит. Интересно будет посмотреть, как он будет сейчас, когда добежит до месса. Смотрителя у нас нет. Возможно, это будет интересно. Просто не даст им подбежать. Я в этом сомневаюсь, но интересно будет на это посмотреть. Бьет он впереди себя. То есть тут кто-то сбоку или сзади подбежал и ушатал. А, так.
стан тоже останется, как видите, ухо. Урон хоть немножко есть. Конечно, отстану бы, неплохо было бы ему слона сюда цепить. Но сейчас его фараон, мне кажется, просто уделает, если включится. Да ничего себе. Ну, набор энергии. Просто чудесный, как видите. Сейчас он подбежит, и его сразу же, думаю, тут ушатают. Если его просто расколотит. Ну, сейчас понизил атаку у одного, но у других. К сожалению, нет, то, о чем я говорил, что просто сбоку забивут и завалят. Давайте потестим, на арену сбегаем. Посмотрите, как он здесь. Здесь раньше тоже он использовался, думаю. Часто так. Хорошо, когда его в единственном цепляре, ты не теряешься сильно. Это опять же не точно. Так, ну давайте хоть какой-то попроще. Надеюсь, он по центру. Да, смотрим, хранитель. Ну вот у них всех вроде как, или нет, вроде и нет. Давайте попробуем хоть ребята вот это. Если бы, конечно, у него еще и кулдауна не было, вообще бы цены ему не было. Ну так, вроде еще держится против черепа с Анубисом. Анубис там вообще с 11 скиллом. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Посмотрите, он сейчас еще таким темпом Анубиса ушатает. Нифига себе. Да это имба. Посмотрите, как он их замедляет. 90% практически в два раза. И понижает атаку и все остальное. Ну, неплохо, я вам скажу. А ну без 11 скилл. Честно говоря, я такого не ожидал. В общем, мы унизили Анубиса по полной. Он сейчас и черепа. Если бы он еще бафы снимал, это вообще было бы бесценно. Вот. Да, он сейчас их просто уделает соло. Офигеть. Да, жесткие, жесткие. Ну все. Имба. В общем, это, ребят, это жесть. Именно тот герой, которого надо было прокачать. Так. Ну, где его еще показать? Поехали. Забытый тестанин.
например, возьмем его, возьмем впереди тыковку, поставим какую-то непонятную пачку. Вот вместе с Арктикой, в принципе, они смотрятся неплохо. Так, Купидо. Ничего себе. Но опять он зарешал, как видите, просто тупо зарешал. В этой локации может есть какой-то толк, ну я не знаю, еще единственный вариант я вижу его, это на лабиринте, там замедлять некоторых гоблинов, у кого нету замедления много. А так, в принципе, у него никакого толку больше нет. Смотрите, Афинус, Фрей практически. Просто без эволюции, просто унизили. Ну, в общем, вот как-то так. Такой вот герой. Ничего, скажу так, особенного в нем на сегодня уже нет. Раньше это был просто жесткий герой, сейчас уже это просто хлам. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.